Итак, привет, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. У меня здесь небольшой бардачок. Почему? Потому что я сейчас готовлю рыбу. Вот она у меня вся, видите, уже практически готова. Дальше что я делаю? Я мариную рыбу. Эту часть я оставила, вот хорошенько прочистила, все добила. Эта часть у меня, вот она, это для маринованной рыбки. Как мариновать рыбу? У меня есть там рецепт, и, может быть, вам я там внизу ссылочку сброшу на то, как я мариную быстро и вкусно рыбку. А сейчас не об этом. Сейчас я хочу вот об этих частях. Когда полузамороженная рыбка, то из нее очень легко можно удалить молоки, можно удалить икру, можно удалить рыбий жир. Что я и делаю? Потом хорошо промыть, потом еще раз слить то, что оттает, снова сливаем, снова промываем и в кипяток закидываем. В кипятке промываем хорошенько, провариваем. Ну как провариваем? Она быстро, очень, буквально 7-10 минут готова. После этого в блендер со сливочным маслом и ваша масса с великолепнейшим омега-3 рыбьим жиром готова для того, чтобы вы могли намазывать на черный хлебушек и давать своим родным и близким. Вот ваше лекарство. Вот оно. Вот омега-3. Вот омега-3. Вот омега-3. И омега-6 тут. Ну все. Я вас всех люблю. Целую. Не болейте. Пока-пока.